Боец в синем углу. Он бронзовый призер чемпионата мира. Чемпион Евразии по полноконтактному рукопашному бою. Он победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА. Он представляет бойцовский клуб «Нарт» и Юрия Батмана из Краснодара. Приветствуйте, Ислам, охотник за головами, Бекита! Меня зовут Ислам Бегидов, я из Каприна, Балкарии, представляю клуб «Нарт» Краснодар. Я готовлюсь у себя дома в Каприна, Балкарии. Моего соперника зовут Олег Косинов. Знаю то, что он любит подраться, то, что он рукопашник. Я жду красивый бой и выйти победителем. Желаю зрителям, чтобы они не разочаровались. Его соперник в красном углу клетки. Он чемпион Европы, чемпион России по ушу саньда. Он призер первенства России по ММА и серебряный призер первенства России по боевому самбо. Представляющий бойцовский клуб Александр из Воронежа. Встречайте, Олег Косинов! Меня зовут Олег Косинов. Я представляю клуб «Александр», город Воронеж. Подготовка проходила в Воронеже. Работал с тремя тренерами. Сделал упор на борьбу, стойку и выносливость. У меня очень опытный соперник. Буду рад с ним подраться. Думаю, зрителям не будет скучно. Рефери поединка Юрий Гончаров. Бойцы в центр. Пожали руки. Пожали руки. Работаем. Три раунда по 5 минут. Правила не нарушаем. Сетки, перчатки, шорты не хватаем. Удачи по углам. Первый раунд. Работает. Раскачай корпус. Раскачай. Давай правую руку. Смотри!
Начни. Ура! Да! Проваливайся. Слава, двигаться, движение все делать. Время остановки боя 3 минуты и 27 секунд первого раунда техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Олег Косинов! Воронеж! Бойцовский клуб «Александр»!